Здравствуйте, уважаемые девочки! Мы продолжаем тренироваться в домашних условиях. Для сегодняшнего занятия нам понадобятся 2 теннисных мячика. У кого нет теннисных мячиков, можно взять любые попрыгунчики, ну, желательно вот такого, конечно, размера. Если вдруг вообще нет, то любые мячики, чтобы помещались в ладошку. Первое задание. Ручки выпрямили. Бросаем правой, левой, правой, левой по 20-30 бросков. Ловим снизу. Второе задание. То же самое, только ловим сверху. Хват сверху. Тоже делаем 20-30 раз. Одной рукой и другой. Локти держим при этом прямые. Мяч ловим. Следующее задание. Отбивы. Ножки, пяточки дружат, носочки поссорились. Отбив правой рукой. Отбив левой рукой. Обязательно следим за прямыми руками. Следующее задание. Добавляем мах ногой. Мах поймать. Мах поймать. Мах поймать. Под ножкой мячик делает отбив. Тоже делаем правой, левой 20-30 раз. Следующее задание. Мы с вами садимся на пол. Вытягиваем ножки. Тянем, отрываем пяточки от пола, правой в левой ручкой мячи, делаем складочку, отбить правой, складочка левой, складочка две. То есть чередуем отбивы правой, левой и двумя. Все время касаемся грудью ног, локти держим прямые. Следующее задание. Два мячика в разных руках, лежим, поднимаемся к ножке, меняем мячи под ногой, ложимся обратно. 30 повторений. Поменять. Поменять. Хорошо, следующее задание. Смена ногами. Во время смены мы работаем мячами отбивами. Правая, левая, две. Работаем от минуты до трех. Первый год обучения работает минуту. Второй год обучения 2, четвертый год обучения работает 3 минуты. Переходим через поперечный шпагат и продолжаем то же самое делать на животе. Раз, два, три. Также от 1 до 3 минут. Локти прямые. Правая, левая, 2. Следующее задание. Зажимаем мячики в локтях. Раз, два. Опять кладем в локти. Тоже делаем от 10 до 30 раз. Резко выпрямляем руку и ловим мяч. На сегодня наше занятие с теннисными мячами мы заканчиваем. Удачной тренировки!